нашего императора в стране. Да, сейчас мы с вами въезжаем на знаменитый Радужный мост. Да. Вот это вот наш остров Джудайба. Да, после бессонной ночи Токио пока непонятно. Парк императорского дворца на фоне вот таких бетонных коробок, экскурсионных автобусов. Такой небольшой парк с памятником. Скоро там дальше маленький такой дворец. Соснам лет 50. Их специально высаживают здесь. Сосны из Китая. Им прореживают иголочки и формируют крону для того, чтобы они намного не вырастали. Большая гравийная площадь на фоне опять-таки коробочек из бетона. И вот этот белый домик – это императорский дворец. В Японии всегда было принято не высовываться особо. Достопримечательность – это мостик. Вот так этот дворец смотрится вместе с мостиком. Так все смотрится в эту сторону. Как Токио не понят. Ну, надеюсь, завтра выспимся. Войдем в ритм. Будет повеселее. Все новые и новые толпы народу идут к мостику, чтобы посмотреть издалека на императорский дворец. Император, кстати, действующий. И он там живет. Пока вроде еще не отрекся. Заходим в знаменитые ворота. Попадаем в диски флаг. Синтоистки? Я не поняла, какой синтоистки? Против солнца, но это хорошо, что оно есть. Потому что буквально минут 5 назад раньше что снег не шел. Вот такое скопление народа. Очень знаменитый буддийский храм. Какие-то коробочки, да? Что-то писать надо, по-моему. Здесь висят какие-то записочки. На счастье.
для того, чтобы залезть в такую ящичек, 100 йен стоит. Понятно, мало тут. Но за этим храмом начинается небольшой садик в японском стиле с сакурой. Всякими красивостями. А с этой стороны открывается пагода. Колокольчики висят по бокам. Так, не знаешь, куда смотреть. Народ ходит в кимоно. Всякие беседочки или, а может, и захоронение какое-то. Вот так. Здесь плавают рыбки. Вон, желтые и оранжевые. У каждого божества свой домик вот такой. И подходит и молится по каждому определенному случаю. Да-да. Да, такие. Национальные девушки ходят. Пойдем посмотрим, что еще есть. Еще башни здесь телевизионные выглядывают. Короче говоря, все рядышком. И старое, и новое. Как они ходят, это же холодно. Может, там, конечно, свитерочек подойдет. Модели тоже ходят в национальных каких-то одежках, в юбочках. Происходит какое-то действо, нам непонятно. Красиво, это розовенькая сакура. Какие-то знаменитые великанов, которые охраняют этот храм. Поскольку вот великанов самих нельзя было полную чуланьку. Вот. И вот здесь еще висят всякие шары. Там не знаешь, куда смотреть. Искусство.
50. Ну вот. Ну не только у нас искусственные деревья делают. Так он выглядит. Здесь какие-то такие шарики. Это очень людная торговая какая-то улочка. И вон там как раз в конце этой улочки находятся главные ворота. Пока полюбуемся на то, что здесь есть. Что-то не продает. Вкусности. Ну, главные ворота и шар, который повесил глава Панасоника в честь исцеления коленей. Вот в этом храме помогли им колени исцелить. Ну а дальше начинается уже новый Токио. Так, бегом-бегом что-то посмотрели. Теперь поедем в смотровую башню, вот на эту. Боря, вам здесь, наверное, есть метро? Добыла кофе в комбине. Потом сниму, как это приобретается. Но кофе мне явно не хватало. Жить сразу стало лучше. Жить стало веселее. Ну, а мы в вареном виде бежим дальше. Две основные реки в Японии, это не в Японии, конечно, в Токио, это Сумидагава и Арагава. Вот они там ближе к такому, к заливу. Ну что, приехали в Токийскую башню, телебашню. Ее построили в 58 году. Ну, проект сами видите. Нового придумывать не стали. Слезали с Эйфелевой башни. Ну, чуть-чуть улучшили там технологию, но, в принципе, суть та же. К сожалению, уже темнеет. Закат мы оттуда не увидим, но посмотрим на город в иллюминации. Следы попутц каких-то. Ага, это за билетами. Ну, как и везде, сплошные сувениры. Билетик. И очередь в лифт. Ну вот, полет был быстрым. Но уши, да, закладывала. Уши закладывала. Ага. Аттракцион. Человек, который недавно был на Останкинской башне. Здесь
видно Фудзияма в лучах уходящего солнца. Спустились на этаж пониже. Здесь поменьше народу. Ну, в принципе, панорама та же, только вот сакуры не отсвечивают. Еще раз. Что там у нас внизу? Просто какой-то человеческий муравейник. The official show, Tokyo One Piece Tower, and the coffee shop located on this floor. Photocopy the souvenir shops on the second floor. Please enjoy.